Այս տեսանյութը ռուսերեն լեզվով է պարտադիր դիտել։ Հայրենակից մինչ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել լայք եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքի։ Турки предлагают России смириться с тем, что Украина будет и далее покупать вооружение у Анкары. Да смиритесь, а что в этом такого страшного? Ведь продажа оружия – это просто бизнес, не так ли? Напомню всего два факта. В июне 2013 года секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев во время поездки в Гумри, отвечая на вопрос армянской журналистки о причинах поставок российских вооружений на миллиард долларов, тогда еще на миллиард, Азербайджану, спокойно сказал: «Россия ведет торговлю со всеми странами. Любая страна может в рамках закона покупать у России оружие. Поменяем всего одно слово и получим: Турция ведет торговлю со всеми странами. Любая страна может в рамках закона покупать у Турции оружие». Другой факт. В апреле 2016 года тогдашний вице-премьер Рогозин заявил, что Россия не прекратит продавать оружие Азербайджану. И это сразу по окончании четырехдневной войны. И никто в Москве не дезавуировал слова этого друга Апшерона. Так в чем сейчас проблема? Почему продажа турецких вооружений Украине вдруг стала чем-то предосудительным? Министр обороны Турции прокомментировал получение Греции первого истребителя «Рафаль». Они ведут гонку вооружений. Но невозможно изменить баланс с 3-5 подержанными самолетами. Турецкий министр обороны делает вид, что не знает настоящее количество новых самолетов у Греции, а всех вокруг, видимо, считает идиотами. Спешу напомнить, что в нынешнем году Греция получит от Франции 6 истребителей «Рафаль», а в следующие 2 года – еще 12. Из этих 18 самолетов 6 совершенно новые, а остальные использовались французскими ВВС, но будут модернизированы. Кроме того, не исключено, что Греция купит у США некоторое количество истребителей F-35, которые предназначались Турции, но были заморожены после введения Вашингтоном санкций против Анкары. Далее, США безвозмездно передадут Греции 2300 бронемашин. Афины готовятся усилить свой военно-морской флот и парк беспилотников. Наконец, греки укрепляют военное сотрудничество не только с Францией и США, но и Египтом, Израилем, Эмиратами, Саудовской Аравией и Индией. Недавно даже прошли первые в истории греко-индийские военно-морские учения в Эгейском море. Как тебе такое, Хулуси-Акар? Опять этот злобный армянский МИД нападает на мирный толерантный Азербайджан. Безобразие. А если серьезно, то впервые за долгое время, и если вообще не с ноября, армянская дипломатия публично говорит о факте незаконной оккупации 2 сел Арцаха уже после подписания заявления от 9 ноября, где один из пунктов гласит, что стороны останавливаются на занятых позициях. Алиев нарушил и этот пункт, и пункт о безоговорочном возвращении всех пленных, и вдобавок данное Путину обещание о сохранении армянского наследия в оккупированной части Арцаха. Зато не забывает требовать от армян карты минных полей, которые вообще не упомянуты в документе. Так почему МИД Армении не должен называть вещи своими именами? Полный текст комментария МИД Армении. С каждым разом все жестче. Ответ департамента СМИ и общественной дипломатии МИД на вопрос информационного агентства «Арменпресс». Вопрос. Во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сербии министр иностранных дел Азербайджана обвинил Армению в препятствовании реализации трехстороннего заявления от 9 ноября. Как бы вы прокомментировали это заявление? Ответ. Говоря о реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 год, следует руководствоваться четкими фактами, а не произвольным толкованием этих заявлений. А факты таковы. Через месяц после подписания заявления
Азербайджанские воинские подразделения нарушили его первый пункт, согласно которому страны должны были оставаться на занятых позициях, и начали наступление в направлении сел Хинтагер и Хцаберт-Гадрутского района Арцаха, в результате чего захватили эти населенные пункты, убили и взяли в плен армянских военнослужащих. В отличие от Армении, Азербайджан не выполнил восьмой пункт заявления от 9 ноября, согласно которому должен был состояться обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами. Более того, армянские военнопленные подвергаются судебному преследованию, что также является грубым нарушением международного гуманитарного права. С 12 мая вооруженные силы Азербайджана проникли и продолжают находиться на суверенной территории Республики Армения. Следует отметить, что азербайджанские подразделения проникли на территорию Республики Армения с тех территорий, над которыми Азербайджан установил контроль в результате реализации заявления от 9 ноября. Иными словами, конструктивному подходу армянской стороны к реализации заявления Азербайджан противопоставил политику посягательства на территориальную целостность Армении, подрывающую безопасность и мир в регионе. Тот факт, что азербайджанские подразделения находятся на территории Армении, по сути, подтвердил президент Азербайджана, отметив, что Зангезур – земля наших предков. В последнее время Азербайджан выступает с заявлениями, отрицающими наличие территориальной единицы Нагорного Карабаха, что, в свою очередь, нарушает седьмой пункт заявления, в котором стороны, в том числе Азербайджан, дали согласие на формулировку «территория Нагорного Карабаха». В вопросе реализации и разблокирования, предусмотренного заявлениями от 9 ноября и 11 января, Армения была и остается наиболее конструктивной. К сожалению, азербайджанская сторона официальными публичными заявлениями последовательно манипулировала подобным конструктивным подходом Армении и пыталась ввести в оборот идею об открытии коридора, что неприемлемо и полностью искажает содержание и цель трехсторонних заявлений. Примечательно, что наряду с этими манипуляциями, Азербайджан, с одной стороны, выдвинул Армении ложные территориальные и исторические претензии, а с другой – азербайджанские воинские подразделения проникли на суверенную территорию Республики Армения. Что касается обвинений в том, что Армения не помогает Азербайджану в вопросе разминирования территорий зоны конфликта, то следует подчеркнуть, что заявление от 9 ноября не содержит какого-либо положения о сотрудничестве между сторонами в вопросе разминирования. Не лишний будет вспомнить, что Азербайджан традиционно выступал против возможности какого-либо сотрудничества с Арменией и Арцахом в этом направлении. Более того, в 2017 году усилиями Азербайджана был закрыт офис ОБСЕ в Ереване, на том основании, что этот орган ОБСЕ занимался программой гуманитарного разминирования. Не имея никаких обязательств по сотрудничеству в области разминирования, армянская сторона, тем не менее, предоставила Азербайджану информацию через третьи стороны в качестве выражения доброй воли. Полное завершение процесса репатриации Азербайджаном военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц может создать конструктивную среду для последовательной реализации заявления от 9 ноября.